Доброе время суток, друзья! Никак вы не успокоитесь. Столько поединков значимых, интересных. А вы еще хотите поговорить об одном. Это Джейсон Росарио и Эрик Лубин. В принципе, моя вина, ребят. Конечно, согласен с вами, этого бойца Росарио нужно обсуждать. Потому что, ну, боец интересный, и он делает бои. А те боксеры, которые делают бои, ну, несмотря на то, что у них какие-то поражения, нужно идти им навстречу. Так как если бы не они, сейчас бои были бы скучные, в боях мало выброшенных ударов было бы, в боях не было бы какой-то интриги, какой-то драмы. Вот Росарио именно тот боец. Так что начинаем, ребята. Эрик Лубин 177, Росарио 178. Росарио будет побольше выглядеть. Лубин будет выглядеть покрепче, крежистый такой, мышцастый. Росарио будет рыхловатый. Ну, такое ощущение будет, что не очень силовой боксер. Но, в принципе, оно так и есть, ребят. Так, давайте с Эрика Лубина начнем. Кстати, Лубин и Росарио были оба нокаутированы от Джермела Чарла. И Лубин, если вы будете его смотреть поединки, я вот смотрел, чтобы с ним поближе познакомиться. Я не мог смотреть, но такая тоска, такое убожество, ребята. Ну вот эта манера ведения боя, она похожа как у Чарла, но Чарла уже мутирует, Чарла уже... Все чаще выбрасывают такие силовые комбинации. Чарло уже с блоком стоят около канатов. То есть их уже пробить трудно. Мало того, они хорошо держат удар. Еще и поднимают блок. Еще и, ну, такое, знаете, чувство, когда что они уже выдохлись, проходит какое-то время, они снова начинают работать. Нет такой вот усталости, прям уж очень сильной у них. Хотя вот они одинаковые, в принципе, что вот Джермала, если вспомним, брата Джермела, вот с Деревянченко, да, ну, как будто не был, но он выдержал вот эту борьбу, вот эту бокс, да, на ближней дистанции, вот этот размен, да, устал, да, покачивался в конце раундов, но в течение 12 раундов он тоже как бы неплохо работал, в принципе-то, уже они... Ребята эволюционируют, и чем больше боев, тем больше опыта. Они, видно, делают вывод, эти парни уже. Их победить, выиграть все труднее и труднее, потому что они еще и большие, ребята. Они больше всех. Если даже бойцы с ростом с них, вот, допустим, Росарио, посмотрите с Джермелом, да? Джермел какой вышел, плечистый такой, мышцастый, здоровый. Его удар, каждый удар его чувствовался. И удары Росарио. Он, да, крупный, но такой, знаете, не мощный, не взрывной, тягучий, да, виловатый какой-то. Да, бой делал Росарио, но видите, какой результат. Так, Лубин. Так, про Лубина я сказал, ребят. Единственное, что он может сделать в поединках и делает, и в этом делать, это иногда взрываться. То есть вот он взорвался, может раз, один раз за раунд, может два раза за раунд, может вообще не взрываться. Тогда вы просто уснете, смотря его поединок с кем-то. Поэтому он бой делать не будет. Бой будет делать Росарио. В основном такие бойцы, как Лубин, это, знаете, Лубин, еще раз повторюсь, Чарл только начинающий такой вот. Не который сейчас, а вот только начинающий. Они вот эти бойцы все стоячие, любящие, когда на них какую-то комбинацию проводят, на них какое-то действие производят. И в это время контратаковать для того, чтобы попасть навстречу, потрясти и дальше взорваться. И вот это единственный план на бой, который у них есть, у всех. То есть вот если вы не будете что-то делать, он будет стоять и ждать, ну да, что-то выкидывать, отходить. Если вы будете отходить, он будет без ударов подходить, выбрасывать какой-то резкий удар. Ну, отдать должное, ребята, парни взрывные. Если даже и не функциональные, мало выбрасывающие удары, но если начнут выбрасывать, если захотят в какой-то комбинации взорваться или забрать эпизод, то они в это время опасны. Так, ну, Джейсон Росарио, ребята,
Боец интересен, но мне написали то, что он там напоминает еще одного бойца Матиаса, да, помните? Нет, ребята, совсем разные бойцы. Росарио мало выбрасывает ударов. Вот Росарио, знаете, чем хорош? Когда он сконцентрирован на защите и поддавливает, оказывает на вас давление, то его, конечно, трудно пробить, и он делает правильные вещи. То есть вот просто сконцентрирован. Но его большая ошибка, ребята, то, что он когда начинает наносить удары, но это ошибка многих бойцов, он забывает абсолютно о защите. Он опускает руку, начинает бить. Начинается размен, он начинает размениваться, хотя его удары тягучие, а удары оппонента могут быть резкие и могут быть более жесткие. Он даже вот этого не понимает, ребята. И его бой зависит от того, держит ли его голова удар. Вот если бы не было его боя с Журмелом Чарло, да, здесь я бы победу, конечно, отдал бы Росарио, ребята. Но и сейчас Росарио лучше, чем Лубина, прям без вопросов. Он лучше, много выбрасывает ударов, но он будет пропускать удар, ребята. Даже на дистанции бывает, а тут от Уильямса посмотрите, какие он удары пропускал на дистанции. Уильямс почему проиграл? Он не выдержал функциональную работу от Росарио. Он не выдержал его вот этот натиск постоянный. Он постоянно делал вот это давление, вот этот прессинг и вынуждал Уильямса работать по себе на дистанции. И так как Уильямс не готов был к постоянной работе, а он был готов к дистанционной умеренной, потому что у Уильямса и быстрее руки, и он был пограмотнее на дистанции, да? Но когда он устал и был прижат к канатам, то забыл, что он неплох на ближней-средней дистанции. То, что он может размениваться, вот этот Уильямс, он прекрасно это умеет делать, но он этого почему-то не делал, ребята. И поэтому Росарио, видите, а Росарио насыпает и насыпает, а пропуская голова держит удар. И поэтому, видите, как все получилось. Уильямс, ребята, как боец, он не хуже Лубина. Возможно, даже и лучше. И быстрее посмотрел я, и чаще взрывается. И такой, знаете, быстрый у него джеб, очень быстрый у Уильямса. Так что, ребята, вывод какой? Друзья мои, вот размены они будут. Росарио без разменов это не Росарио. И, конечно, если у Росарио будет голова держать удар Лубина, то Лубина он забьет Росарио. Он будет поджимать канатом, бить, забивать его. Больше насыпать ударов, особенно вот начиная там, с четвертого, с пятого раунда, будет усиливать свое давление. Но как вы ни крутите, ребята, после вот этих падений от Джермела Чарлой, так как, ну да, Джермел более бьющий, чем Лубин. Но посмотрите, от каких ударов штормило Росарио. Может, друзья, быть такое, то, что со временем, пропуская удары, уже голова не в тех кондициях, которых должна быть, или в которых раньше была. Ну ладно, голова, давайте, ну, как бы закроем глаза на это. Потому что удар-то был, помните, в лобовую часть. От этого потрясло. Если Росарио от Уильямса держал удары в челюсть, посмотрите, какие, если вы пересмотрите поединок, я был удивлен крепости головы его в то время. То здесь от этого фрика, от удара в лоб, он начал танцевать. Но мало того, посмотрите, от какого удара он был нокаутирован. Он был нокаутирован от удара в пояс. Пояс. То есть не ниже пояса, не выше, не в печень, не в пресс, ой, не в селезенку, не в солнечное сплетение, а именно в центр, в пояс. И какой удар, ребята? Левый джеб. О чем это говорит? Я не врач, я не хирург, я не разбираюсь в этих вещах. Я понимаю удар по печени, да, я как человек, который в боксе, да, я понимаю, что это, какая боль. Но удар именно сюда, что у него там, может какие-то болезни, может
Не знаю, что там, аппендициты какие-то, еще что-то, блин. Но от этих ударов еще никто, ребята, не падал. Поэтому ожидать от Росарио вот этих вот сюрпризов можно, конечно, в любую минуту, так как Лубин все-таки быстро выбрасывает руку. А сила попадания в то место, она не была такой уж могучей. Уже, ну, не так вкладывался в этот удар. Просто такой выкинутый джеб в корпус для того, чтобы выполнить какое-то действие. И нечаянное просто попадание, так как, ну, эти удары от них даже не уходят. Эти удары принимают, как бы, и дальше работают, и в разменах принимают. Их практически не бьют, обычно то в печень бьют, то в солнечное сплетение. А это такой, знаете, выброс хаотичный. И посмотрите, сколько он лежал, сколько корячился. Такой уж удар, я думаю, сможет Лобин выбросить. Поэтому, ребята, здесь, именно после боя с Чарло, я здесь ничего конкретного сказать не могу. А так, в принципе, если отбросить вот эти все нюансы, моменты, конечно, ребята, Росарио лучше Лубина, интереснее Лубина, грамотнее Лубина. И надеюсь, он вернется. И надеюсь, они разберутся, что там было. Может, пресс подкачают, я не знаю. Может, еще что-то сделают. Откуда такой нокаут вот в это место? Ума не приложу, друзья. И мы сколько били и в рингах, и без рингов, никто не был даже потрясен вот именно в середину пояса. Вот в это место. Ну что, друзья, всем удачи. Давайте и этот бой будем смотреть. И вам советую его посмотреть. И будем болеть за Росарио. Потому что если Росарио выиграет, мы будем смотреть еще его поединки. А его поединки очень интересны, ребята. Все, удачи вам всем.